Здравствуйте. У нас такая совсем школьная обстановка в плане, что парта, я смотрю, компьютерный класс у меня в школе был ближе к концу выпуска уже похожий, и немного народу. Это хорошо. Меня Ростислав попросил выступить на тему, какие интернет-сервисы нужны современным интернет-магазинам. Потому что я сталкиваюсь с тем, мне хочется там какие-то сервисы, чтобы работали у меня, у клиентов, SEO Studio, а их не хватает, и я там использую западные решения, или же мне их нужно было бы подточить, но я не умею абсолютно выступать на всяких там стартап-кранчах, стартап-тестах и так далее. Я считаю, что вообще слово стартап, оно затасканное, неправильное, нехорошее. Я говорю о бизнесе. То есть есть бизнес, который выходит, по которому нужно проверять, есть ли аудитория, выйдет ли этот сервис на самоокупаемость, готовить этот сервис не на продажу, а на то, чтобы с него зарабатывать. И есть стартапы, которые, мне кажется, вот как рассказывал там Ашманов на форуме киевском, это вот люди, которые ожидают, что есть какой-то эскалатор к деньгам, да? Вот эскалатора нет. Есть вот какие-то вещи, которые закрывают чьи-то потребности. Я вот буду говорить о тех потребностях, которые существуют. Вкратце, чтобы вы понимали, там, базируясь на каком опыте я это буду рассказывать. 4,5 года я посвятил интернет-маркетингу в абсолютно разных проявлениях. Это и SEO, и контекстная реклама, и продвижение в социальных сетях, и direct-mail рассылки, и веб-аналитика, отслеживание эффективности. Ну, единственное, что не делал, это баннинг. Руководитель отдела интернет-маркетинга SEO Studio, ну тут с одной стороны баннер, с другой стороны слайд, просто вы можете прочитать сами. Мы самые большие по количеству клиентов на Украине, по ширине портфолио, по количеству сотрудников. Вот. Тут есть конкуренты, но мы с ними дружим. Также я являюсь директором по маркетингу интернет-магазина Intima. На дизайне смотрите, дизайн верстки. А вот на продажные всякие штуки посмотреть можете. Там есть много интересных фишечек, которые помогают продавать. И многие презентации, в том числе эту, вы сможете найти в блоге Roman.pr. Так, чего я хотел начать? Ладно, как и назад. Ты читал Reward из присутствующих в зале? Книга такая, 37 Signals. Писали недавно, перевели на русский. Я очень рекомендую эту книгу, потому что она хорошо определяет. Мне нравятся эти ребята. Они говорят о том, что не надо гнаться за модой. То есть, есть какие-то там современные вещи, там QR-коды, там геолокационные сервисы, augmented reality. Но неизвестно, сколько эти вещи еще проживут. Неизвестно, сможете ли вы успеть снять сливки с этих вещей. Или же они там через полгода просто будут заброшены, но вот Twitter, мне кажется, сейчас постепенно угасает уже. А еще там 2 года назад он был вау. Соответственно, фокусируйтесь на том, на что есть потребность уже сейчас. И на что эта потребность не будет закрыта в ближайшее время. Или что может закрыть, вот вы сейчас закроете на этом локальном рынке, и будете закрывать еще 5, 7, 10 лет. Ну и важный дисклеймер, не перекладывайте ответственность, то есть то, что я вам рассказал, это не значит, что этот сервис будет там запущен, будет коммерчески выгодным, вы на нем заработаете деньги, я просто расскажу, какие есть проблемы. Я буду упоминать уже, какие варианты решения есть, западные, наши, но вы поймете, там, в каких направлениях можно двигаться. И я ничего не гарантирую по поводу того, что там этот рынок тоже не будет закрыт через полгода. Ну, в общем-то, все отмазки я сказал. Теперь я разбил там буквально на интернет-магазины на 4 таких составляющих, они там полуструктурированы, ну, пройдемся по ним. Сайт. Первая потребность у любого там начинающего или существующего интернет-магазина — это качественные фотографии, видео, 3D, когда товар можно покрутить, посмотреть, захотите, зайдете на Intima.com.ua, там есть специальная вкладка 3D товары, можно посмотреть, как выглядит товар, снятый с 3D на манекенах. Отзывы, какой-то парсинг отзывов уже существующих сайтов, да, то есть какие-то там сайты, где люди пишут отзывы о товарах. Почему интернет-магазины просто не
бегают по этим сайтам и собирают эти отзывы, чтобы пользователю было удобнее выбирать в одном месте. То есть сейчас вот я когда выбираю там товары, я на Яндекс.Маркете сравниваю их по параметрам, где-то еще читаю отзывы, а в итоге там покупаю, например, в розетке. То же самое, там на розетке можно посмотреть видео и текст к этому видео. У них есть специальный партнер, который записывает полностью там видеообзоры всяких товаров. По фото есть интересный стартап, если вы слышали, kabanchi.com, по доставке продуктов по Киеву. Это ребята, которые раньше сделали стартап Yudo. И они там один из, да, и они там что-то там получили. Я не особо интересуюсь этим рынком, но знаю, что чего-то где-то они споймали звездочку. И один из интересных вещей, которые они занимаются по фото, они, во-первых, фотографируют кучу потребительских товаров, вырезают их из фона, делают там их на белом фоне, то есть это там яблоки, груши, крупа, батоны и так далее. И все это быстро размещают на сайте. Вторая вещь, которую они делают, это они, вот вы чеки видели, да, в супермаркете? Там идет борьба за каждый символ. Всю жизнь ребята, работающие в ритейле, зашифровывают название товаров, там 8-15 символов, для того, чтобы оно помещалось в чек. Ребятам из Кабанчи, для того, чтобы продавать те же там яблоки производства Джонатан, Украина, им надо вот это зашифрованное расшифровать обратно, растянуть это название. То есть сделать из яблок Джон Укр, сделать яблоки Джонатан Украина, там, килограммами считается. Тоже технология, тоже вариант там, решения, который может понадобиться определенной нише, определенному бизнесу, который уходит из офлайн ритейла, он продавал там в супермаркетах, в больших магазинах, в онлайн ритейл. Ему надо дать максимум информации о товаре. Меня, кстати, по ходу можно там спрашивать, уточнять, можно в конце, как удобнее. Лендинг пейдж, сервисы для тестов, есть там сервисы unbounce.com, есть там Google Website Optimizer, есть Visual Website Optimizer. Что делают эти сервисы? Во-первых, лендинг пейдж. Это специальная страница, которая заточена под одно действие. Это вот не просто там карточка товара, а это вот карточка товара, где расписано, почему этот товар вам нужен, или почему вы должны купить эту услугу конкретного этого представителя. Из того, что я делал, можете посмотреть opt.intima.com.ua. Там есть типичный лендинг пейдж, это страничка, заточенная под людей, которые хотят покупать белье и купальники в оптах. И эти странички, их легко тестировать. Вы поменяли цвет кнопочки, вы поменяли текст, и вы померили, как изменилась конверсия этой страницы. То есть из 100 посетителей сколько стало клиентов. С одной кнопочкой было 10 клиентов, с другой кнопочкой стало 15 клиентов. И статистически это считается. То есть там заходит, там я захожу, мне показывается версия А. Зашел Саша, ему показалась версия Б. Зашел там мой друг, ему снова показалась А. И система Google Website Optimizer статистически считает, там, показав это много раз разным людям, две разные страницы, статистически считает, какая версия там, кнопки, текста будет более конверсионной. То есть где будет больше продаж. И это реально работает, этим на Западе занимаются, уже есть специальные сервисы, даже я в России видел. Только не вспомню, как он называется сейчас. Ну, вот unbounce.com, посмотрите западные сервисы, которые просто создают простенькие страницы. Вам не нужен сайт, вы просто там, как бизнес приходите, забиваете там текст, добавляете фото, видео, и у вас есть страничка, на которой вы можете уже вести рекламу. И вы можете с этой страничкой играться и из тех же там 100 посетителей получить не 10 продаж, а 15 продаж. И вы как бизнес предоставляете клиентам возможность оптимизировать, меньше тратить на рекламу и привлекать больше клиентов. Я понятно изъясняюсь? Вы вот смотрите на меня, мне это нравится, но я хочу, если есть вопросы, то не стесняйтесь. Потому что я когда загораюсь, я начинаю. Можно по 3D спросить, насколько это эффективно с точки зрения продаж? Хороший вопрос. На самом деле я еще не замерял. Но с точки зрения, вот есть такое в юзабилити понятие, как опыт пользователя, то ему то, что он и фото, и видео, и покрутил, для того, чтобы увериться, что он хочет этот товар, мне кажется, это классно. Но вот не мерил. Без 3D, с 3D, как это влияет на продажу? Видео то же самое. Тоже не мерил. Но розетка видео заказывает, просто у них есть специальный партнер, который постоянно колбасит это видео.
И не только розетка, я и TCUA, по-моему. Или Hotline будет пользоваться. Процессинг. Прием платежей, там, интеркасса, процессинг, там, где можно и по WebMoney, и карточкой оплатить, там, портмоне, приватбанка, вот это тоже процессинг. Украинский процессинговый центр. Все штуки, которые позволяют принимать онлайн-оплату. Когда магазин переводит к вам покупателя, вы там защищенно получаете от него какие-то данные, и дальше его возвращаете в магазин, спасибо, вы по предоплате оплатили. Тут можно интересно играться, на самом деле, может быть, в систему доверия, да, как сейчас АУКРА делает, это то, что сначала деньги поступают в независимой стороне на счет, потом магазин отгружает покупателя, и когда все ок, то тогда деньги уходят в магазин, а покупатель остается с товаром. Это для того, чтобы люди доверяли онлайн-платежам, платежам по предоплате. То есть ты платишь не сразу магазину, а ты платишь третьей стороне, которой ты доверяешь. А эта третья сторона, когда ты говоришь, все, ок, я товар получил, и магазин говорит, мы отгрузили товар, она только тогда переводит магазину деньги за небольшую комиссию. Система тикетов. Больше для крупных интернет-магазинов, в которых много обращений, вопросов сервиса, вопросов возврата. Просто система, которая вот вы пишете в интернет-магазин куда-то на почту там, по поводу возврата, по поводу какой-то проблемы, и все записывается, как с вами общался сотрудник, какой сотрудник с вами общался. Там, если этого сотрудника сегодня нет на месте, вам ответит другой. И он видит там всю историю общения. Посмотрите, обычные там хелп-дески западные, их много, они тоже разные. И может быть вы найдете какое-то решение конкретно под потребности интернет-магазина. Онлайн-чат, тоже там приватовский сайт, а куча западных, которые там могут инициировать чат. Когда вот я зашел на сайт, я просмотрел на нем 10 страниц, а потом автоматически вылазит чат. Что-то же мы еще не разобрались, меня зовут Андрей, может вам помочь? Или вы сразу заходите на сайт, и вам настольные игры интернет-магазины. И мне сразу менеджер там идет первое автоматическое письмо, чем я могу быть вам полезен. И ты сразу ему пишешь, что тебе надо, когда тебе надо, куда тебе надо. В общем, ты через этот онлайн-чат почти оформляешь заказ. Соответственно, они могут там срабатывать по разным событиям, они могут там включаться, выключаться, быть автоматизированным, пользователь сам может нажать там «хочу пообщаться в чате». Тоже разные интересные штуки, которые еще и позволяют там тоже отслеживать эффективность, сколько людей из чата там оформило заказ дальше в магазине. Можно питание? Да. Можно проводить справки в чате, какие використовываются и тестуются? Ну, я же тестовался. Ну, SiteHard — это очень сырое решение, но бесплатное. А вообще надо западные посмотреть, их там много. Они называются лайв-чаты, ну, лайв типа живой, чат, соответственно, чат по-английски. Их много, я сейчас по памяти не назову, у нас пока сайт карта на YouTube, и куча в интернете тоже висит. Но он совсем сырой, он просто для чата, и еще не, по-моему, позволяет чуть через него принимать. То есть он никак не привязан ни к эффективности, ни автоматическое, чтобы он сам выскакивал там по событиям. Такого пока у них нет. Отслеживание звонков тоже большая сложная задачка, актуальная для Украины в ближайшем будущем, пока еще мало оплат пластиком, мало оформления именно онлайн-заказов, в бытовухе 80% заказов приходит по телефону. Соответственно, только 20% заказов можно увидеть в аналитике, и эти 80% непонятно, кто дал эти звонки. Системы есть разные, подсовывают номера телефонов в зависимости от того, пришли вы из Google или из Яндекса, подсовывают специальные бонус-коды, которые там будут при оформлении заказа сообщаете, а магазин дает вам скидку. Из украинских можно посмотреть istat.com.ua, i через, ну как в iPhone, через is.ua. Есть еще, скажите, я скажу сейчас. Есть еще обработчик, который бонус-коды показывает, обработчик.com или как-то так. Есть еще пару российских систем. Яндекс недавно запустил для пользователей Директа, которые тратят, по-моему, больше $200 в месяц, что они подсовывают специальный номер телефона, если пользователь приходит из Директа, и это завязывается, там отслеживается эффективность тоже, сколько звонков дал Яндекс Директ. И, наверное, они выйдут на Украину, но пока они не могут выйти, они упираются, там, насколько я с ними общался, в развитие рынка колл-центров или IP-телефонии.
Callback, звонок сайта, тоже интересные штуки, когда там вводишь, тебе мгновенно отзваниваются, когда ты прямо на сайте, если у тебя есть микрофон, можешь позвонить. Альтернатива номерам 0800, сейчас вот не назову вам сервис, который это делает, но есть в Украине, и тоже закрывает определенную потребность, можно продавать. Общий логин. Есть уже пользователи, которые там зарегистрированы в десятках интернет-магазинах, и они устают регистрировать в каждом следующем новом. Есть система там login.ru, которую купил Яндекс, где вы можете быстро зарегистрироваться на сайте, если у вас есть аккаунт там в Твиттере, в Фейсбуке, еще где-то там. То есть, может быть, стоит упростить пользователю регистрацию в магазине, чтобы он там не в каждом магазине снова вбивал там его платежный адрес. А чтобы он там в одном месте поменял, что мой платежный адрес такой-то, и это, соответственно, поменялось везде. То есть чем-то на Западе эту задачу решает PayPal. Когда вы оплачиваете через PayPal, у вас автоматом подставляются там ваши данные карточки и ваши данные адреса. Или разные адреса даже. Сравнение товаров. Тоже интересный сервис, который можно дописать на сайте. Ну, там та же розетка испытывает в некоторых товарных категориях проблему со сравнением товаров. Да? То есть, когда они добавляют несколько товаров, чтобы увидеть, чем же они отличаются. И там есть своя специфика от товарных категорий. То есть, одно дело сравнивать там, мобильные телефоны, другое дело сравнивать кондиционеры. Третье дело сравнивать те товары, по которым поставщики вообще выдают описание в каком-то неудобоваримом виде. И это описание надо, я не знаю, там, парсить с Яндекс.Маркета или еще откуда-то брать. Вопросы доставки. Прогноз скорости доставки. В принципе, склады постепенно развиваются. Я смотрел видео западных складов, по которым ездят роботы, которые поднимают эти стеллажи, привозят их, отвозят. Робота автоматизированная стратегия. По тому, по какому маршруту он идет, а в логистике это важно, потому что человек может там пройти по одному маршруту, может пройти по другому. И скорость формирования заказа, если ему надо там набрать со склада 3 единицы, и еще у него таких заказов 3 десятка, она может быть разной. Тут тоже можно играться, можно привязываться со складами, прогнозировать, когда человек действительно получит, прогнозировать это, учитывая там Укрпочту, она недавно там ввела трекинг заказов по номерам. Ну, тоже интересно и может для крупных клиентов работать. Отслеживание курьеров с помощью GPS. Вчера буквально там в поезде с ребятами сгенерили эту идею. Я уже видел такое у таксиста. Когда таксист, во-первых, показывает, что он там свободен или он встал там на заказ, у него там GPS, у него там и заказы сыпятся, и его отслеживают, чтобы с ним было безопасно, знает, где он последний раз остановился. Расскажу вам грустный пример из истории розетки. Я раньше возмущался, что розетка требует, чтобы ты спустился к машине. В итоге я прочитал у Чечеткина на Фейсбуке, мы с ним там в друзьях, историю. Когда клиент набирает розетку, говорит, вы надо мной издеваетесь, я инвалид. Вы заставляете меня спускаться там, с 13 этажа, занесите мне мой ноутбук, потому что я инвалид, и розетка вообще не любит своих клиентов и так далее. Курьер поднимается, в итоге получает из травматического пистолета выстрел в голову. Его увозят в реанимацию. Цена вопроса 4800 гривен. Ради ноутбука стоимостью 4800 гривен в нашей стране стреляют. Соответственно, безопасность курьеров – это то, о чем заботится. Что розетка, что сокол. Почти все клиенты бытовухи, там, что Фотомаб, что Мобитрейд. Ну, они все понимают, что курьеры, во-первых, имеют много налички на руках, во-вторых, они возят маленький товар, который стоит достаточно много денег. Печать бланков. На самом деле, вроде бы… Да, Саша? Давай, да, до GPS-а. Есть еще одна интересная тема – отслеживание с помощью мобильных телефонов. Это то, что намного проще реализуется. Одно время даже у МТС для корпоративных клиентов у них был трекинг машин. Я не знаю, сейчас у них есть, он нет. У Киевстара есть маячок. И он не працюет. Но у меня работал. Ну, когда вы вводите близко больше высокой экранки, это маячок. Начинаются такие веселые сбои, что… Ну, я не проверял, на 10 я на одном проверял. Ну, собственно, до
У нас есть GPS, есть location-based, да, есть A-GPS, который дешевый, и Nokia уже с A-GPS, я не помню, сколько она стоит, 1000 гривен, по-моему. Печать бланка, вроде бы кажется такая банальная задачка, но на самом деле я недавно обнаружил, что ребята из России закрыли тоже потребность интернет-магазина, который отправляет много посылок через Укрпочту. И посылки надо все там печатать, прописывать ручками. Хотя это можно автоматизировать, чтобы скрипт автоматически брал из заказа данные и печатал в правильной форме. Такие бланки могут быть разные. Это бланк чека, это бланк там Укрпочты, это карта для курьера, которая автоматически генерируется, если это курьерская доставка там, на автомобиле или пешком по городу. То есть и это облегчает жизнь интернет-магазина. Потому что если курьер не знает, там, как доехать к клиенту, начинает сыпаться сервис. Товары склад. Спасибо, Вика. Это же теория большого взрыва. Да. Все потворит деньги. Большой. Бигабум в интернет-магазинах. Мониторинг цен. Крупные игроки вроде бы уже сами мониторят, а мелким это можно продавать и продавать как решение. Мониторинг где, почем, какой телефон, особенно на низком маржинальных товарах, то есть это мобильные телефоны, где маржинальность там 3-5%. То есть там, где важно, как твои цены соотносятся с ценами конкурентов, как это соотносится со стоимостью доставки конкурентов, как это соотносится с наличием на складах конкурентов. Опять же, можно пробивать наличие на складах, можно пробивать, мониторить не только цены, но и количество заказов конкурентов. Оформлять тестовые заказы там, раз в месяц, получать номера этих заказов и по разнице номеров определять, сколько заказов получил этот интернет-магазин за месяц. Да, умные интернет-магазины, они эти номера переколбашивают, постоянно обновляют, делают там четырехзначными, чтобы непонятно было, какая там динамика. Но при желании это тоже все можно мониторить. Синхронизация с поставщиками. Насколько я знаю, очень больная тема для большинства интернет-магазинов, когда поставщики далеки от интернета, у них продается, они довольны и так, и они не готовы там нормальную делать связку со своими, я не знаю, там, складскими системами и так далее. И в итоге из-за чего большая часть оплат там в бытовухе происходит по телефону. Потому что никто не знает, есть это на складе сейчас или нет. И там прайс обновляется там раз в сутки, дай бог, чем два. Связь с рекламными системами. Товар закончился на складе, реклама стоп. Тоже интересная штука. Может работать, если там конкретные товары, конкретные ниши, их ищут именно по названию. По маркетингу и продажам блог. Direct Mail. Серия писем «Спасибо за ваш заказ». Автоматические рассылки, ручные рассылки. Я вчера прочитал, что компания ePochta, точнее, у них бренд ePochta.ru, а компания называется Atompark Software, ей исполнилось 10 лет. Ребята, по сути, написали программу, которая там бегает по другим сайтам, собирает имейлы, которые отправляют по этим имейлам почтовые рассылки через SMTP-сервера клиента, которые там отслеживают эффективность этих рассылок, сколько писем получено, отправлено, прочитано. И в принципе я пользуюсь там, я тестировал ePochta в 2008, работал с ней, я сейчас пользуюсь там западными сервисами типа MailChimp. Влад Флакс на Оваксе рассказывал, что появились уже там сервисы, которые позволяют через себя, просто через свои SMTP-сервера, автоматизированные письма. Там, спасибо за ваш заказ. В вашей корзине остался товар. Вы оформите заказ сейчас. Оцените, пожалуйста, качество. Оставьте отзывы о товаре. Ну, тоже на розетке можно посмотреть, сколько там писем приходит. И там уже есть Amazon SES. Там уже есть какие-то там западные игроки, которые за... Сколько он называл? По-моему, $250, 500 тысяч писем. Но пока я еще не видел локальных игроков. Есть там сервисы рассылок локальные. Unisender, если это онлайн, есть Fiji, но они уже чуть-чуть испортились, они набрали клиентов, которые спамят, и они сами начинают попадать в спам. Тоже интересная тема, на локальном рынке можно продавать это, люди, которые не разберутся там с MailChimp, потому что MailChimp на английском, они купят здесь. SMS-рассылки, тоже в привязке, там, спасибо за ваш заказ,
если кто-то оформлял заказ в розетке, то наверняка получал смс-рассылки. Или если вам не дозванивается колл-центр, вы получаете автоматическую смс-рассылку. Если вас ждет курьер, вы можете получить смс. Ну, там тоже много привязывается, на самом деле. Ну, от смс же невозможно отписаться. Да, от них сложно отписаться, но если это служебный смс, который человеку действительно полезен, то с ними можно работать. То есть, если это смс, там, мы видим, что по Укрпочте посылка уже в вашем отделении почты. Зайдите, заберите. Ну, скажи, по поводу смс, а вот то, что когда, например, заполняют анкеты люди на сайте интернет-магазина, да, и автоматически подписывают на смс, это является как бы лояльным, то есть правильным, или надо сейчас все-таки спрашивать? Не, надо спрашивать, но как бы есть уже закон о защите персональных данных, который вступил там с 2011 года, но пока не работает, я сам жалуюсь на смс-спам Украинской ассоциации директ-маркетинга, у них есть там кодекс мобильного маркетинга. Последнее, что мне пришло буквально на днях, это письмо от защиты прав споживачей о том, что моя жалоба о том, что какая-то компания мне спамит смс-ками, и я ей не давал на это право, что обратитесь к вашему провайдеру, то есть меня отсутболили. Хотя есть закон там о защите личных данных там, и так далее. То есть пока это еще не работает, но лучше спрашивать людей. Понятно. Да. Ну, ссылка смс окей, а подтверждение замовлення через смс наскільки більше? Ну, у розетки, по-моєму, воно частично реалізовано. Тут, якщо говорити про підтвердженні заказу, то це скоріше про підтвердження оплати. І в тих же вебмані, в електронних платежах, там зараз як один із етапів підтвердження переводу. То есть, само собой, у них сертификат у тебя должен стоять на компьютере. Они тебе присылают смс с кодом платежа именно для этой транзакции, и ты будешь код платежа подтверждаешь, что ты хочешь купить. Там можно автоматизировать просто часть вещей, которые там должен делать колл-центр или должен делать менеджер. Товар появился на складе, пропал со склада, курьер выехал, курьер ждет вас и так далее. То есть, экономить время людей, отправляя смс, там, сколько это, 15-20 копеек стоит. Ну, она дешевле, чем пользователя отправлять. Это меньше, но до 10 копеек. Upsell, cross-sell, тоже можно погуглить. До продажа, продажа сопутствующих товаров. Есть специальные там, алгоритмы, которые определяют, что еще покупают с этим товаром, что еще смотрели с этим товаром, что еще стоит добавить. Увеличение среднего чека. Вы покупаете телефон, вам говорят, вот чехол. Вы покупаете ноутбук, вам вот сумка, вот мышка, вот еще пленочка на экран или еще что-нибудь такое. Интересно, алгоритмизируемо, зависит от ниши, надо тоже включать мозги и под конкретную нишу создавать решение. Выкладка товаров. У Флакса есть интересная презентация про то, что первая страница там, раздела ноутбуки у розетки или там у любого другого интернет-магазина. Ноутбуков 10. На страницу приходит много SEO-шного трафика там, по запросу ноутбука. Какие из 10 тысяч ноутбуков поднять на вот этих 10 позиций? Какие ноутбуки люди, увидев там, купят в итоге? И на них мы заработаем максимально. Или людей будет много, и мы заработаем немного. Или людей будет мало, но мы заработаем максимально. То есть это тоже максимизация прибыли, что вот выкладка товара, да, как в супермаркетах. Что взглядом видишь, что там на уровне глаз, что ниже. Вот это то же самое, только в интернете. Это называется мерчендайзинг, я назвал это просто выкладка. Так, ну у меня в принципе мотивационного все. Если вы хотите эту презентацию, или если вы там на слух не услышали название каких-то сервисов, или хотите их уточнить, вы можете написать на e-mail, передать визитку, обратиться все в студию. Да, SEO. Я готов ответить на вопросы. С этой выкладкой объясните еще раз. Конкретно. Есть 10 тысяч ноутбуков. Нет, это я понял. Есть 10 мест. В принципе, понял. Как это реализовать? Есть, как бы скажем, условно CTR ноутбука. То есть вероятность, что находясь там на какой-то позиции в этой выкладке, на него зайдут и посмотрят. Ну, от фотографии это зависит, и там от бренда, да? Кроме этого CTR есть еще конверсия, да? Это пользователь, вот он не знает, какой ему ноутбук, но он кликнул по вот этому из первого десятка и в итоге его купил. И при этом есть маржа на конкретном ноутбуке.
На одном ноутбуке мы зарабатываем $50, на другом мы зарабатываем $100. При этом стоят они могут одинаково. И считается вероятность и связь от того, как высоко находится ноутбук в каталоге, и вероятность того, что этот ноутбук купят, и сколько мы на этом заработаем. Опять же, у Flux есть эта презентация, там даже выкладывается там, математическая модель, какие факторы там влияют. Напишите мне, я вам пришлю ссылку. То есть есть такие сервисы? Ну, я так понимаю, что они это реализовывали для розетки и, может, еще для кого-то из крупных. То есть сервис уже такой, как минимум, есть. Flux. Да, это Flux система. Ну, я могу вам прислать презентацию. Она где-то лежит в интернете. Еще вопросы есть? По поводу главных страниц интернет-магазина. Мы, допустим, магазин, половина посетителей приходит на главную, ну и половина на целевые клиенты. Что наиболее оптимально показывать на главную? Хороший вопрос. И, допустим, магазин связан с такими, ну, технические товары, специфические, и вот часто нужна консультация технического специалиста. Насколько это важно давать онлайн, либо это как-то еще там... Это надо все тестировать. Но я недавно слышал интересное решение ребят и на Ибарифе, на российской конференции по интернету, когда главное интернет-магазина было оптимизировано в Яндексе по двум запросам. Выключатели и светильники. Вроде бы сходные товары, но они видели, что много людей приходят, не понимают, что там продается, вот они искали светильники, а там показываются выключатели. Не понимают, что там продаются светильники и уходят. И наоборот. Они в итоге написали простой, то есть запрограммировать такую вещь, ну я не знаю, 15 минут, то может полчаса, скрипт. Если пользователь приходит по запросу светильники на главную страницу, мы ему показываем 4 светильника там, в категории популярные товары. Если он приходит по запросу выключатели, мы ему показываем 4 выключателя. И он видит, что он пришел туда, куда надо, и он в итоге там становится клиентом. Это все тесты. Это можно тестировать там, сервисами Google Web Site Optimizer, можно свое писать, которое будет привязано там, к админке магазина, к его там, продажам, к конкретным заказам, и считать, что в деньгах вот, вы внедрили решение, вы видите, сколько вы там дополнительной прибыли клиенту создали или себе создали. И, соответственно, это продавать как оптимизация конверсии, как повышение там, конверсии или повышение среднего чека. В итоге повышение заработка интернет-магазина и жить там, с процента от этого заработка. Если вопросов больше нет, я готов принять ваши визитки, раздать свои и передать слово Ростиславу. Есть система, я даже с парнем общался, у меня там подпись в письме «Продавец счастья» в одном из ящиков. И он мне пишет, что типа, о, блин, самое прикольное, а мы на английском общались, он говорит, самое прикольное название должности. Вообще парень, я так понимаю, выходец из СНГ, он создал на Западе сервис, называется CureBit. Когда пользователь оформил заказ в интернет-магазине, ему говорят, а расскажи друзьям, что ты у нас покупаешь, и мы тебе дадим процент от привлеченных друзей. То есть такая партнерская программа, и за лайки они там дают людям скидку на следующую покупку. И люди рекомендуют друзьям нужными словами. Це аргументальний сервіс, який подобається в інтернет-магазинах. Так, на останньому шагу, типа, спасибо за ваш заказ. От. Якщо хтось зробить такий сервіс для російсько-українськомовний, для нашого ринку, який би давав або реферальні програми, або давав знижки за піти за лайки, це буде зараз СММ, звичайно, розповсюджено. Я думаю, що такий сервіс можна продавати по моделі або по ліцензії, тобто там за копію, або навіть по моделі SaaS, якимось чином зав'язати і брати комісію.